К доске пойдет Эльдар Джарахов? Нет, не пойду. Расскажи, во-первых, чтобы мы поняли, ты уже точно закончил школу? Да, давно, лет 7-8. В школе все было просто. Если мне нравилась девчонка, я ничего с этим не делал. Я уверенно подошел, сказал... Маленький мастер-класс. Салам алейкум. Боремся, Все размазать, уничтожить, испепелить, сжечь. Какая картинка лишняя? Что лишняя? Эльдар, понятно, а в картинке? Эльдар, с тобой. Вот тут, смотри, колесики есть. Колесики есть. Колесики. Вот смотри, вот у этого большие колеса какие. Вот это большие колеса. Что тут лишнее? Вот это лишнее, у него самые большие колеса. Что тут лишнее? Посмотри, Эльдар, любимый предмет. Да. Я любил музыку и уроки музыки. Что пошло не так? Что пошло не так? Сколько классов образования? 9. Но справедливости ради, мне так понравилось в 9 классе, что я такой еще раз. Вы подружки в жизни? Да. Ангелина в этом году только пришла. Я несколько недель назад пришла, но мы пока просто одноклассницы. Сюда не влезет столько, ты что, як-цак-цак, да? Любишь физру? Предмет любимый? Ну, математика и английский. Математика. Да, и китайский. Скажи что-нибудь по-китайски. Нихао. Так. Я не читаю книги, я читаю рэп. Подожди, давай встанем. Давайте повыше.